Давайте мы на себя возьмем ответственность. Если мы ответственные граждане Украины, и мы сейчас все едины в защите от российской агрессии, то мы не можем позволять негодяям российским вести здесь свою пропаганду. Это Юрий, позор. В военном кабинете эти люди бы уже не сидели. Я хочу, чтобы они знали правду. Правду о том, что это... Подождите, но... Савик, извините. Опять на личности. Савик. Нет, ну это... Перестань! Да вы что, с ума? Вы что делаете? Юра, арестай! Юра, Тихо.